Всем привет! Сегодня утро, время 8 час, где-то примерно 7:30. Я иду, тороплюсь на автовокзал, потому что сегодня у меня маленькое приключение. Вот. Сегодня будет такой интересный процесс, творческий союз двух мастеров, меня как художника и еще одного творца, Анастасия, визажист. И еду я в город Абакан, соседний город с поселком Шушенское. Поэтому постараюсь сегодня показать, немножко приоткрыть завесу процесса, как это будет все происходить. Как вы видите, у нас лето, начало июня. Господи, какое сегодня число-то. 13 июня. Вот. Тепло, хорошо. Так что, вперед. Так, ну что, я уже приехала в Абакан. Не сняла вам дорогу, зачем вы и так знаете, как ехать. И вот такая вот прекрасная сиреневая фиолетовая студия. О, как я хочу вот все такое же, вот чтобы у меня с лампочками был стол. Прикольно. Так, это Анастасия. Вот, здесь все, короче, так профессионально, профессионально. Свет, много света. Сейчас будем творить. Друзья, такой замечательный образ у меня получился. У меня и у Анастасии. Моя работа вот это, а вот это работа прекрасного мастера Анастасии. Так что Абакан, имейте в виду, куда нужно записываться. Всех обнимаю, всех целую. Ссылочка на инстаграм мастера будет в описании. Ну все, отправляемся в путь. Дело сделано. Лифтовуки. Ну что ж. Была отличная поездка, отличное общение. Вот я уже в мастерской. И, если честно, так не хочется смывать всю эту красоту. Хочется прям походить в этом. Это для меня необычно, потому что я так ярко не крашусь. И мне понравился этот опыт. Анастасия прям классно, очень чутко подходит к своей работе. Прям очень внимательно. Ну, такое ощущение, как будто бы ты под заботливым крылом находишься, действительно, мастера и профессионала. Вот, поэтому классный опыт такой у меня произошел. Почувствовала себя по ту сторону. Не когда я кого-то так же там крашу, да, наряжаю, а когда на мне что-то делают.
это очень интересно. Очень такой прям, очень полезный, я бы даже сказала, опыт, потому что как бы смотришь, когда работает профессионал, то подмечаешь какие-то моменты, которые ты бы хотел, чтобы у тебя они тоже были, да, там проявлялись какие-то качества. Вот, поэтому я очень люблю такие вот разные совместные проекты, когда можно почерпнуть что-то полезное, посмотреть, как работает другой человек, другой мастер, да, и что-то привнести на будущее в свою работу. Вот, поэтому такой сегодня волшебный день получился. Охо, охо, с таким вот волшебством. Вот, буду ходить до конца дня, не хочу снимать, потому что очень нравится, очень красиво получилось. Вот, все. Всех обнимаю, благодарю за внимание, спасибо, что смотрите, и благодарю за поддержку. Все, целую по щечке. Всем пока-пока. И ждем нового видео.